понадобится для нашего блюда курочка, а также пару морковок, яблочко, лук репчатый, имбирь, чеснок, кисло-сладкий соус и тесто. Морковку разрезаем на 4 части. И вот на вот такие вот кубики нарезаем всю морковку. Отправляем морковку в отдельную миску. Берем репчатый лук. И не сильно мелко нарезаем. И также отправляем в миску. Разрезаем чеснок пополам. И на тонкие ломтики нарезаем. Имбирь разрезаю просто на 4 части. И оставлю вот такими вот брусками. Яблоко разрезал на 8 частей. И еще вот на такие вот большие кубики, скажем так, нарезаем. И также отправляем в миску. И заливаю это все кисло-сладким соусом. Хорошенечко это все присолим. И хорошенечко все переперчим. Хорошенечко перемешаем. Курочку обязательно нужно присолить. Можно нашпиговать соленым раствором. Все, отправляем нашу подготовленную начинку вовнутрь нашей курочки. Все, курочку связали, переворачиваем. Отправляем нашу курочку в форму. Берем нашу начинку. Здесь у нас очень много образовалось соуса. Поливаем нашу курочку. Так, тесто у меня бездрожжевое, и мне нужно его немного раскатать. Все, и сверху накрываем нашу курочку тестом. Теперь просто запечатываем нашу курочку в тесто. Так, берем одно яйцо. Немного нам яйцо нужно взбить. Буквально примерно столовую ложку воды добавим. Можно молока. Все, и смазываем нашу курочку снаружи. С помощью вилки делаем пару проколов. Накрываем обязательно фольгой, для того, чтобы наше тесто не подгорело, не сгорело. На первое время обязательно накрываем фольгой. Потом мы ее в конце уже снимем и сделаем красивую корочку снаружи. Но в данный момент обязательно накрываем фольгой. Первых полчаса выпекаем при 180 градусах. Потом при 170 выпекаем еще ровно час. Если у вас есть такой градусник дома, то вам очень повезло. На самом деле это прям помощник. Вот смотрите, полтора часа прошло, а наша курочка всего внутри пропеклась на 53 градуса. Нам нужно 67-70, поэтому отправляем еще на 30 минут смело в духовку. Фольгу не убираем.
Мясо идеально отходит от кости. Курица у нас запекалась ровно 2,5 часа.